see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Вітаю вас. Посольство Боже підготувало новий цикл програм, присвячених особистості. У повсякденному житті не вистачає часу, щоб детальніше пізнати себе та свою сутність. Саме тому в нових програмах ми будемо говорити про головне, про те, що стосується саме вас. Залишайтесь з нами, і ви почуєте відповіді на ті питання, що хвилюють вас. Вітаю вас, пастор Сандей, пастор Босе. Сьогодні ми будемо говорити про планування сім'ї, адже із появою дитини в сім'ї графік змінюється, чи не так? Коли появляється дитина в сім'ї, хочеш і не хочеш, і змінення автоматом прийдуть. Тому що дитина буде плакати кожні 3 години, во-первых. І кожні 3 години треба кому-то стати, або ставати, щоб кормити цього дитина. Це, звісно, вже вопрос логіки. И планировано для жены, моя бита, она будет сеживать молоко и готовить, чтобы муж потом встал и кормил. Это надо менять памперс. Это надо, может быть, жена сама будет непосредственно вставать и кормить. Но это тяжело для женщины самой все это делать. Каждый 3 часа подниматься. И поэтому мужья должны быть более чувствительны в этот момент. И знать, что нужно помогать. И когда появляется ребенка в семье, проблема даже не в том, что не только в том, чтобы кормить ребенка и вставать по ночам, еще проблемы посерьезные, потому что есть постродовые травмы и психологические сломки, которые происходят с женщиной. И это действительно большое потрясение для организма. Даже если она нормальна, но гормональные изменения очень серьезные. Поэтому она может быть более раздражительной, она может быть более менее чувствительной, она может быть более болезненной, чувствовать все реакции, обидчивая больше. И это все требует крутые повороты, крутые изменения в взаимоотношениях, больше терпения со стороны мужа, больше ласки нужны, больше шуткости подхода, больше жертвы. Больше присутствия. И желательно, конечно, чтобы вообще кто-то еще был в доме, кто мог бы помочь. Либо мама, либо домохозяйка какая-то, гувернантка. Или тот, желательно, чтобы была помощь оказана максимальная, которую можно только оказать жене в этот момент. И даже желательно, чтобы не один человек дома был помогал, а несколько человек. И помимо мужа. Тем больше будет помощи после рода, тем лучше для жены. Да, и обычно вот так, Бог вообще запланировал, чтобы малыш появился на 4 руках. Вот, 2 руки маме, 2 руки папе. И сначала, вот, когда все идет правильно, сначала муж и жена, они живут вместе определенное время, они познают друг друга, они готовятся к пополнениям, а потом уже рождается новый ребенок, потому что это новый жизнь. Это не игрушка, это жизнь, которая постоянно нуждается в помощи. Я недавно читала в книге, что из всех создания Божия, как мама, я не знаю, как это по-русски, короче, из всех зверей, из всех животных, лучше так буду говорить, из всех животных, только у человека есть такая опасность, что когда у них рождается новых, и им не помогают, они умирают. Все остальные могут движить. Лев, да, рожая, как-то можно самостоятельно. Птицы как-то можно самостоятельно. Другие, тигр. Но только человек нельзя оставить. Потому что человек рождается в таком состоянии, что как будто немощный. И нужна помощь, и нужна любви, чтобы формироваться до конца. Потому что человек – это особая личность. Это не лев, это не собака. Вы сами посмотрите, да, собака родил его щенки, там,
через два дня, три дня уже там. А дети не могут так лежать беспомощны. И во всем нуждается в помощи старшего. Поэтому, конечно, будет изменение. Это новый этап жизни. Это новый мир абсолютно. Человек, который уже постоянно будет с тобой, уже нельзя вычеркнуть из графика. Потом, если не один, если два, если три, и ответственность на тебя не только кормить, не только помить, еще воспитать. Воспитать духовные ценности, моральные ценности, интеллектуальные ценности. Это глобально, это актуально, поэтому очень важно. Говорят, что брак не для детей. Почему? Надо, чтобы зрелые люди поженились, и чтобы они были зрелые достаточно, чтобы принять детей и начали воспитывать детей. Поэтому это огромная тема, это, может быть, когда-нибудь будем говорить теме о воспитании детей, но пока, хотя воспитание начинается еще с утробы матери, но то, что это меняет график, то, что это, ну, новые уровни ответственности, произвести себе в этих детей, стать рукой Божией, чтобы помочь, чтобы ребенок видел, конечно, это нелегко. Я думаю, что появление ребенка в семье – это другой этап учебы для родителей тоже. Первый этап учебы – это когда они женились, они думают, что они любят друг друга. И очень часто, когда страсть уходит, угашается эта любовь. И когда появляется ребенок, это как бы новый этап, новый стимул, новая энергия и новая возможность опять оживить эту любовь, которая у них была. Оживить эту любовь не только к ребенку, но и оживить эту любовь и друг к другу. И учиться на примере немощи ребенка, уделить внимание тоже друг другу и понять, что мы тоже такие же немощные. И увидеть, ну, в примере, как ребенок растет и преобразуется, тоже понять о том, что мы тоже меняемся. Мы тоже нуждаемся в том, чтобы меняться, измениться и расти. О том, чтобы изучать, ну, себя и видеть себя в процессе развития ребенка. Иногда появление ребенка может быть самый лучший урок для нас. Иногда мы исправляем ребенка или мы воспитываем ребенка, и можно себя видеть, что именно так Бог нас видит, и именно так Бог на нас смотрит. Бог тоже нас вот так воспитывает и ведет, и те инструкции, и воспитание, которые мы пытаемся вводить в жизнь этого ребенка, зачастую именно эти же уроки Бог хочет тоже внести в нас. И поэтому можно, это может стать очень хорошей подспорьем для познания себя, для познания Бога, для познания жизни, когда ребенок появляется в семье. What a wonderful world. Я думаю, что изменение начинается у женщины не только когда она рождает. Когда у ребенок уже появился в семье, у женщины наоборот уже она выдыхается, потому что хотя бы процесс, но она начинает сразу уже думать о том, как начинать уже восстановить форму, или как начинать уже худеть и так далее. Но самое сложное для женщины, это когда пока ребенок еще растет в утробе. И тогда форма и фигура приобретают совсем другие формы и другой вид. И поэтому я лично своей жене говорю, что мне, когда она беременна, мне больше даже нравится, как она выглядит. Потому что когда женщина беременна, какая-то полнота, ее женственность появляется. Какая-то полнота. Но когда она... Священство. Как? Священство жизни. Вот. Жизни насыщающей, жизни дающей. Да, вот это какой-то грани женщины появляется, которой нету просто так. И когда обычно у женщин нету ребенка, или не рождает, она еще не родила, или когда перерыв между родами,
Она обычно старается себя сдерживать, себя контролировать, себя худеть и так далее. И таким образом зачастую она подавляет очень много женские начала, женские закладывание в ней, женское начало, не зная даже. Но в гонении и погоне за фигурой, и в погоне за том, чтобы соответствовать определенным образом, который мы видим по телевизору и так далее, женщина иногда стирает свою заложенную в ней женственность и натуру. И, но когда она беременна, она теряет контроль над этим процессом. И она, естественно, становится той женщиной, которую богатель ее видит. Но, конечно, обычно после роды они опять начинают бороться с тенденциями тела. Но поэтому очень важно, чтобы женщины видели это как естественный процесс и часть ее женственности, и часть ее женского начала. И а мужчины должны просто давать ей честь и хвалу за то, что она, во-первых, могла терпеть эти все процессы изменения, которые у нее происходят. И она платит все эти цены в одиночку. Хотя мы оба виноваты за то, что ребенок, который должен появляться. Но она платит всю цену сама. И это большая цена, большая жертва для нее. И мужчина в это время должен восхищаться ей. И никогда, и ни в каком случае не упрекать ее в том, что ее фигура не такая, что она полная и так далее. Если мужчина такие вещи делает, то он не ответственный. И он не понял, что такое жизнь. Да, и поскольку эти изменения, они естественны, также после рода все заложено природой. Вот почему фигура меняется? Потому что новая жизнь, новое место, больше увеличение, вот, надо запас, обеспечение. Но как только ребенок рождается, матка начинает сокращаться, и все, даже без усилий женщины, это все возвращается в форме. Это насколько Бог создал нас эластичными. Поэтому обращать слишком большое внимание на то, что контролируется природой, это не стоит. Вот. Как мы не можем контролировать вот это изменение фигуры во время беременности, так и сокращение и возвращение на исходные позиции, это тоже все заложено природой. Поэтому не надо так, это все близко к сердцу, понимаешь, что что-то там деформируется или нет. Все, Бог в контроле, все уже рассчитано природой, поэтому мы ничего нового не придумаем. И мужчина должен, я еще позволю вас мужчинам, чтобы они наоборот восхищались своими женами. И во время беременности, и после родов. К сожалению, зачастую так бывает, что мужчины обижают женщин во время беременности. Они идут и иногда даже изменяют ей. Это самые болючие измены, которые могут быть, потому что в это время женщина чувствует себя слабой, неравная с соперницей. И она начинает чувствовать обиды, что в самом ее слабом моменте ей бросали вызов. И она очень тяжело прощается. Очень тяжело женщины могут прощать вот такие измены. Да, потому что он несет, она считает, что она несет его ребенка. И вместо того, чтобы он наоборот был благодарен ей и даже чествовал ей, ее, и что наоборот он просто плевал на нее и обидел ее. И очень важно, чтобы мужчины были чувствительными. Даже если есть какие-то ограничения у жены в связи с беременностью, можно терпеть. Можно терпеть. Мы же не всегда жили половую жизнь, когда мы, допустим, не были женаты и так далее. Но сколько надо? Максимум 9 месяцев. Но во время беременности тоже можно иметь интимные дела, но не обязательно с чужой женщиной. Но и даже своей женщиной, только определенный малый срок, когда не рекомендуется. Но наоборот, рекомендуется иметь интимные отношения во время беременности. Поэтому это нет оправдания для измены, когда женщина немощная и в состоянии беременности.
What a wonderful world. Чим більше допомагатимуть жінці після пологів, тим краще для неї. Новонароджена людина – єдина істота, яка не житиме без допомоги дорослих. Шлюб не для дітей. Поява дитини – це новий етап відносин, нова можливість відновити кохання, яке, можливо, згасло. Виховуючи дитину, ми можемо зрозуміти, як Бог сприймає, виховує нас як своїх дітей. Вагітність – це невід'ємна частина жіночого початку. Чоловіку ні в якому разі не можна дорікати жінку за її зовнішній вигляд під час вагітності. Після пологів організм жінки відновлюється самостійно. Чоловіки повинні захоплюватися дружиною під час вагітності. Це їй необхідно. What a wonderful world. Вітаю вас, Оксана та Валерій. Які зміни пройшли вашу родину з появою дитини? Когда появился Андрюша, здесь я увидел, я осознал, что прежде всего изменения произошли во мне. Я прежде всего осознал, что я не могу родить ребенка. И насколько я узнал, что вроде 9000 гормональных изменений происходит у женщины. И я осознавал это, думаю, вот это да. Изменения произошли, то есть внутри Оксаны. Вот. И потом я увидел, что ей нужна помощь. И я принял решение стоять на страже. Ночью я говорил ей, что ложись отдыхать, а он по полночи мог не спать. Хотя я работал, но я принял решение, что это наш ребенок. И я увидел, что это не просто были испытания. Бог дал нам эту награду, дал нам этот подарок, и мы должны вместе участвовать. И мы вместе участвовали. И я принял решение помогать ей. И она, для нее, это было удивление, потому что, как я дальше буду вести себя? Меня не интересовало изменение физиологические ее. Вот, меня интересовало, чтобы помочь ей. И я принял решение, и я помогал. И я увидел, что мы еще больше сблизились. То есть, благословение Господне, оно обогащает нас и печали с собой не приносит. И появление ребенка, даже бессонные ночи, никакой печали не было, но была радость. Я не досыпал, но это была радость. И я всем говорил, видели, что я там бывало на ходу спал. Вот. Но я говорю, это моя ноша, и она прекрасная, это радость. Изменения, конечно, в первую очередь во времени. В моем времени. Я так, женщина, пока она была вольна, куда хотела, туда ходила. Конечно, когда появляется ребенок, тут уже себя ограничиваешь. Тем более, если это график питания у него есть, у ребенка, через 3 часа, то есть жестко ты себя никуда не можешь. Если на улицу выходишь, то четко контролируешь время. Это, конечно, тяжело. Поначалу, наверное, первый год это самый тяжелый. В этом плане. Но в других моментах это, конечно, прекрасно. Потому что когда ты видишь, как твой маленький мальчик, который похож на папу или на маму, растет, и как ты видишь, когда новые какие-то у него движения, как он начинает говорить «мама и папа», «ходите», там, и все тому подобное, это очень, очень хорошо. Муж, конечно, Валера всегда помогал мне, опять же, я говорю, что и ночами он вставал к нему, и кормил его, и поил его, и памперсы сам менял, и, то есть мне, не было настолько сложно. Я думаю, как многие женщины, наверное, ощущают, когда они вот рожают, муж целый день на работе, они целый день с ребенком, нет никакой поддержки, ни с кем поговорить, с подругами, по телефону и все. А так, конечно, наш папа участвовал в развитии и росте.
Оксана, ви хвилювалися за ваш зовнішній вигляд під час та після вагітності? Ну, звісно, мабуть, як кожна жінка. Конечно, хотелось удержать свои объемы, не набрать лишний вес, конечно. Конечно, волновалась, но это неизбежно. Я думаю, что это неизбежно. Может быть, каким-то женщинам и удается сохранить вес, но я думаю, что это нормально. Тем более, что у нас в семье вот Валера как бы никогда никаких претензий мне не выставлял и не говорил, что я там... какая-то не такая вдруг стала. Нет, он наоборот говорил всегда самые хорошие слова, всегда меня хвалил, всегда да, поддерживал. Никогда не было такого, что там ты некрасивая или тебе надо похудеть. Нет, он всегда на последних месяцах беременности мне вообще было очень тяжело нагибаться и там обувь застегивать. То есть он всегда был рядом, всегда помогал, всегда поддерживал. Уже, конечно, после родов, ну, пока еще кормила ребенка, то да. Еще тоже надо было держать, хорошо питаться, калорийность, чтобы все было. Вот. А потом уже, конечно, пошла на шейпинг, где-то в чем-то себя ущемила. Ты братики. Ой, на чем они сидят? Что это? Ты лапочка. Просто черешня. Мама. Ты бедя. Ты сладух. А кожен рік цвіте, що літа дітя, яводами його, хоча вони і дякують за те, що літа дітя, яводами його, хоча вони не дякую за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте, що був неуважний, знаю, ви молилися за мене, дні і ночі сила моя нене. Живе старенька мати у Господі, невтомні руки, серце золоте. Щодня і дітям, і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те. Щодня і дітям, і онукам угодить, хоч рідко хто з них дякує за те. Мамо, мамо, вічна і кохана, ви пробачте. I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.